Всем привет, с вами Денисыч, и сегодня мы будем пахать огород. Вместе с вами, конечно. И пахать мы будем мотоблоком. Вот так у нас выглядит мотоблок. Четкая машина. Трехступенчатая коробка передач. Первая, вторая и задняя. Сейчас она находится у нас в транспортном положении. То есть на колесах. Сейчас мы будем одевать рабочий орган. И ими уже будем пахать огород. После чего настраиваем ручки под себя и маленько отводим их в сторону. Вот так просто будет удобнее, поверьте. В общем, как-то так мы спахали огород с вами. Надеюсь, вам понравилось видео, а я очень сильно устал. Так что ставьте большие пальцы вверх, подписываемся на канал. А с вами был, как всегда, Денисыч. Всем до скорой встречи и всем пока!